Всем привет и добро пожаловать на мой канал, на мою кулинарную страничку. Сегодня у нас на обед супчик с домашней лапши. Я хочу поделиться с вами, как я делаю домашнюю лапшу на желтках. Приятного просмотра! У меня 4 желтка, растительное масло. Вот 250 грамм муки высыпаем. Чайная ложечка соли, 2 столовых ложки растительного масла, 4 желточка, 3 столовых ложки. Всыпаем муку и замешиваем тесто. Замешиваем тугое тесто и выкладываем на стол выкатывать. Месим на столе. Собираем все крошечки. И складываем в мешочек тесто, отдохнуть, набраться клейковины. Полежит минут 20-30 прямо на столе. И вот так вот все хорошо. И будем потом раскатывать. У меня пока варится курочка, вот супчик, грудка, бройлер. Тесто полежало, начинаем раскатывать пласт. Вот так вот я раскатала, а теперь сворачиваем в трубочку, в рулетик, вот такой тугой. Мукой присыпем и складываем.
нарезаем произвольно, как вам надо размер. Я вот такой между лапшой и вермишелью средненькую такой размер выбрала. Вот так, чтобы лапшичка была в шубчике удобная. Вот так, как хотите, так и нарезайте. Можно шире, можно тоньше. Лапшичка сухая, хорошая. Тесто очень хорошее.